главный тренер команды Эртугрул Эрдоган. Ну и, пожалуйста, сразу Николай Жмако отличается. Первое возвращение в Пермь после ухода из Пармы. Воспитанник пермского баскетбола, выступал за Парму аж с 2013 года по 2022. Сегодня мы не наблюдаем в ней Шамахила. Остался на скамейке. Вот под кольцо. И Зерис спокойненько завершил. Латунов наверх. Рис. Поднимается Соломон, но не стал ставить заслон. Все-таки играет Рис один в один. Бросает со степбэка и попадает. Замечательная программа также есть в молоте. Вот хозяин. Проданов. Залезает под кольцо и 2 плюс 1. Забивает Алекс Роданов. Алекс Роданов против Перевалова. Разменивается Иванович на Чебуркина. Передача внутрь. Попов развернулся. И 2 очка. Иванович. Жмако. Как здорово обыграл. Еще и скинул. Попов не забил, но сам подобрал. Не добавляет. Но Жмако. Есть. Больно простоял в защите Айзея Рис. Не стал он агрессировать. Не стал играть до конца. Средний бросок. Иванович. Походяев. Спиной против Риза. Чебуркин готов страховать, но вот про Ивановича забыли. И Черногории. Ну и участника чемпионата мира. Джонсон. Иванович против Чебуркина оказался. Передача внутрь. Попов наверх. Походяев. В одиночестве не прощает. Не прощает Данила Походяев. Ну и не прощает своих игроков. Смотрим самые яркие эпизоды. Попов. Передача наверх. И здесь Походяев. Ведет и команду за собой. Последнее время очень здорово разыгрался. Ричард Соломон. Средний. Да, попадает. Против. Ну а Парма уже активно поддерживают фанаты. 17-17. Соломон. Нет, не точен, но Чебурки. Добавляет 2 очка. И Парма. Классно. Хилл. Жмако. Ой, какая передача проходит на Таюса. Ну что, теперь Таюс против Соломона. Но пока эти парни друг друга переигрывают в нападении. Ну, видимо, берегут. Берегут защитные действия. На последующей четверти попадание с получения. Через Джонсона. Биджей. Разменивается на Таюса. Бросок издали. Неточный. Но Ричард Соломон подбирает мяч нападения и 2 плюс 1. Мы с вами наблюдаем, опять же, по интриге, по борьбе. Потеряет. Появляется на площадке у Руны Андрей Сопин. Под третьим номером. Он как раз-таки против Риза защищался. Джонсон! Биджей! Открывается Джамай Хилл. Он является лучшим скорером Руны в этом сезоне. 15,3 очка в среднем. Хорошая скидка. Сопина накрыли. Джонсону пришлось опускаться для получения. Джонсон против Хилла. Смотрите, как Джонсон в габаритах-то превосходит. И какой пас выдает. Айзея Рис, да, забивает. Пожалуйста, демонстрация мощи и силы. 3,5 потери в среднем у него за каждый матч. На втором, кстати говоря, месте Айзея Рис. 3,3. Забивает Алекс Роданов, причем через 2 игроков. Джонсону, Джонсон. Бросает через Хилла, не точен. Халтурин пытался немножко легким движением вернуть мяч для своей команды. Ой-ой-ой, как здорово действует Платунов. И срывает овации сейчас местных фанатов. Парма все-таки забивает. Попов уводит Соломона вниз, но Халтурин поднимается наверху. Плохой, кстати говоря, размен. И для Роданова теперь все очень сложно приходится. Казалось бы, но Алекса говорит, ребята. Джонсон. Комиссаров против Джонсона. Биджей запускает. И попадает. Хорошая катапульта от Биджей Джонсона. Мяч отказывается в домашнее кольцо опускаться. Иванович на Попова. Хороший диагональный перевод. Походяев из угла. И знал, знал Данила. Что он уверен в своем броске. Ну вот, пожалуйста, уверенность, которую он приобрел в Руне прямо сейчас. Перевалов тоже,
тоже демонстрирует свою уверенность. Да, ну вот не самая агрессивная защита от Соломона. Не пытался он создать большой контакт. Ну а просто так в статике постоял, зато вот такой алиуп забивает. Конечно, передачу нужно отметить от Платунова. Рис. Платунов. Соломон не стал трехку заряжать. Перевалов. А вот перевалу можно и попадает. Рис. Хорошо на Соломона. Обратная передача. Скидка. Ричард. Треха. Папа. Ричард Соломон. Как же здорово разыграно. Но есть подбор. Походяев. Вырывает мяч и возвращает его наверх. Иванович. О-о-о, блокирует его. Абдулбасиров. Но Тайос. Айзея Рис, Ричард Соломон, Биджей Джонсон, Платунов и Чепуркин. Никаких изменений не стал делать Евгений Юрьевич Пашутин. Почти все игроки появлялись на площадке, за исключением Кэмерона. На потере один перехват. Статистика Платунова. Рис полез под кольцо. Передача. Чебуркин заряжает с дальней. Попадает. Дмитрий Чебуркин. И Джуэна Морган. Янг впервые попал в заявку, Морган принимал. У Пармы в этом сезоне их 10. И 5, значит, у Ричарда Соломона, который теперь сравнялся по этому показателю с Октавиусом Эллисом. И они делят лидерство в сезоне. Ричард Соломон! Ну, давайте смотреть, какие изменения будут предприняты викингами. По составу нет никаких изменений. Походяев попадает трешку. Включая в том числе и защиту. Ну и реализация бросков нападений. Попов 2 плюс 1 находит. Чебуркин. Небольшой неравноценный размен. Но воспользоваться никак не получилось. Этим уруны. Соломон шикарно обыграл. Сыграл выше всяких похвал. Иванович. Попадается на размен здесь Ричард Соломона. Иванович точен издали. Он находит как раз таки Риза. Абдулбасиров попытался там за спины устремиться. Но получает мяч в углу Абдулбасиров и попадает Трюльни. Хил против Абдулбасирова. Передача не самая удачная. Перехватит Джонсон. И папа! Диджей Джонсон! Посмотрите, какой дан! Шикарен Джонсон. Ну, порадовал. Порадовал и нас с вами. Зрителей у экранов, ну и, конечно, фанатов своей команды. Вот здесь перехват. И спасибо большое режиссеру. Халтурин наверх, Перевалов, Биджей Джонсон, сайдстеп. Три, попадает Биджей Джонсон. Тайус через Хила. Джермай Хил против Халтурина. Хил попадает. Ну вот, наконец-таки, Хил. Друзья, третьей четверти. То самое попадание Тайуса. Посмотрите, как встречают с заступом, да, не дают ему получить мяч. И бросок идет с дальней дистанции. Есть попадание! Джермай Хилла, а это бросок, которым составляющий, мотивационный, если хотите, ментальный. Два из двух мимо. В ответ зато забивает Джонсон. 21 очко Джонсона. Раданов сложнейший запускает мяч на разворота и по очень высокой траектории, но попадает. Находит сейчас Платунова. Платунов не играет через заслон, находит Перевалова. Перевалов! Игрок руны. Первый Алекс Раданов. У Раданова 14, у Походяева 12. Хил Раданов на Попова. Попов попадает. Потерю для команды совершил. Девятая потеря для Пармы. Ну, а на счету Платунова это вторая потеря. Бросок издали. Походяев. Поднимается Ричард Соломон. Ставит заслон. Рис оказывается один на дуге и попадает. Нельзя. Нельзя этого парня бросать. На Ивановича. Попов. Попов. Можно сделать диагональ. Скидка под 45 идет и попадает. Хил. Ну, наконец-то. Раданов. Как раскрутил здесь Платунова. Полез давить. Передача очень высокая. Бросать, конечно, сразу с получением неудобно.
И поэтому Иванович заходит внутрь, забивает. Проданов. Вводит мяч через Попова. Попов полез обыгрывать Ричарда Соломона. И удалось это сделать. Вот, пожалуйста, друзья, 2 минуты до конца. Разница 9 очков. И та разница, при которой победа Пармии еще не обеспечена. Ричард Соломон на Риза. Риз не попадает. Полез в проход Иванович. Передача наверх. Походяев через Хила. Иванович один. Из угла попадает Никола Иванович. Александр Кудунов. Полез в обыгрыш и прошел здорово. Есть передача. Ричард Соломон. Тяев. Риз. Виджей Джонсон. Джонсон. Полез завершать. И завершает Виджей Джонсон. Он оказывается неточным от Савина. Платунов. Ну что, Перевалов. Можно завершать. Ой-ой-ой-ой. Как красиво Перевалов. Бросок. Мимо. О, опять подбор за Руной. Походяев. Три. Походяев. Данила Походяев. 18 очков сегодня оформляет Походяев.